Традиционное омовение в Днепре на Крещение в Запорожской области должно пройти безопасно. Всего в регионе определено 29 официальных мест для купания. Где будут организованы спасательные посты и дежурства медицинских бригад, в Запорожье таких мест будет два. В половине восьмого утра осветят воды Днепра на правобережном пляже, а в полдень праздничная литургия состоится на центральном пляже города. На дежурстве завтра, 19 числа, в усиленном варианте будет находиться 154 человека, из них 114 спасателей. От местных органов власти будет 40 человек также по области находиться на дежурстве. Кроме всего прочего, будет использовано 29 единиц специальной техники, которая для оказания помощи на воде, которая оборудована дополнительно спасательными жилетами, спасательными веревками, а также спасательными кругами.